Приветствую вас, дорогие друзья. Позади меня прекрасный вид Кемера. И сегодня мы будем смотреть с вами отель Amara Premier Palace. В этом выпуске я покажу, что он из себя представляет, покажу его территорию, номера, питание, в общем, все как обычно. Поехали смотреть новый выпуск до конца, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн. Поехали! Ну вот, друзья, мы с вами внутри отеля Amar Premier Palace. Я читаю, чтобы не ошибиться, да, потому что отелей много. В этом отеле как раз мы остановились и заселились вчера вечером. Вы его уже вначале посмотрели у меня на входе. Вот такая здесь большая территория внутри холла. Да? Несколько этажей, номера расположены в левом, правом крыле. А в основном имеют вид боковой на море, прямой вид на море. Большая территория, бассейн есть подогреваемый, есть спа. Ну, в общем, все, что нужно, есть. Сейчас мы как раз пойдем вместе с вами посмотрим номера. Номера категории стандарт показывать не будем, потому что мы в нем живем и будем смотреть высшую категорию. Но, тем не менее, стандарт я вам тоже свой номер покажу. Итак, как и говорил, покажу вам семейный дуплекс, да, потому что стандартный номер он у меня есть. Стандартный номер я вам могу спокойно показать, а вот такой номер нужно вам показать. Смотрите, панорамные большие окна. Здесь две раздельные кроватки у нас. Своя территория, сразу выходим, небольшая, но есть своя территория. Терраса с видом на горы, столик, можно посидеть, отдохнуть. И, соответственно, поднимаем с вами вон туда, на второй этаж. Там у нас тоже спальные места. Так. Пожалуйста. То есть здесь кровать king size, то есть можно сказать, это второй этаж для родителей и первый этаж для детей. Здесь на первом и на втором этаже есть душевая комната, так что не нужно будет толпиться куда-то, и все, шкафы, телевизоры, все и там имеется. Вот такая категория номера, семейный дуплекс. Еще один номер покажу, который считается тоже самым таким продаваемым. Почему? Сейчас скажу. Потому что это Honeymoon Suite. Ну, в общем, номер для свадебных путешествий. Это для медового месяца. Почему? Потому что есть огромный простор, большая двуспальная кровать и джакузи прямо в номере, как вы видите, да? В общем, вот такой номер, один из самых продаваемых называют, да? Опять же, кому это интересно. Здесь выход на свою вот такую террасу. Здесь можно выйти сразу на море, полюбоваться, да? Здесь территория как раз отеля, как вы видите, открывается нашему взгляду. Так, территория. И вот он наш сьют. Сейчас мы у него заходим. Еще разок вам покажу. Ну и стандартный номер. Я сейчас зайду, покажу. Там, в принципе, все убрано уже, чисто. И вы посмотрите. Но перед этим мы сейчас зайдем еще с вами на обед. Вот еще раз, да? Honeymoon сьют. Да, медового месяца. Вот такой. Наверняка здесь все подготовят для того, чтобы вы провели хорошо медовый месяц, я думаю, лепестки роз положат, ну, в общем, все антуражик вам сделают. Ну, естественно, все остальное также присутствует. И, кстати, не думайте, есть отдельно душевая и отдельно ванна, не только джакузи там. Так что вот такой номер. Сейчас мы с вами пойдем на обед, я покажу, как здесь кормят, потому что во многих отелях, в которых мы сейчас с вами проехались, еще не открылись, да, и, соответственно, нету питания. Сейчас я вам покажу питание, как кормят, в каком формате, да, что здесь все сейчас идет через прилавок. В общем, идем. Забираем карточку. Сейчас мы по дороге в ресторан. Давайте я вас заведу в спа, потому что надо показать. Здесь есть спа, причем есть отдельные услуги платные и основные услуги, они, естественно, бесплатные. Сейчас я вам покажу и пойдем уже на обед. Так, здесь у нас на входе мы заходим в спа. Здравствуйте. Спасибо. Проходим дальше. У нас здесь сауна, турецкий хамам, бассейн. Очень теплый. Видите, вот уже детки купаются там все. Здесь есть, естественно, платные услуги в виде массажа. Если вас спрашивал, массаж средний 30 минут стоит $30, там 45 час будет стоить, $45 в час. Здесь, как вы видите, есть раздевалки, там есть шкафчики, по номеру кодовый замок и все. Здесь ресепшн, есть, как раз написано, бесплатный хамам, можно прогуляться, здесь есть VIP-спа. Сейчас вот забежим с вами, я вчера здесь уже был.
приехал на дороге, здесь душевая, отдельная комната релакса. Вот релаксовая. Вот так это все выглядит. Музыка играет, птички поют, так что все очень комфортно. Хамам и сауна. Ну, заходить, я думаю, не буду. Здесь люди отдыхают, думаю, уже в целом понятно. Температура вся хорошая, 78 градусов. Вчера отлично попарился, поэтому на эту тему можем не переживать, что она будет холодная или неподходящая. Так что вот такое место, где можно отдохнуть. Ну все, теперь двигаемся на обед с вами и посмотрим, чем кормят нас в обед, потому что я еще тут не обедал, только завтракал и ужинал. Ну, я думаю, как обычно, турецкий ассортимент еды, он впечатляет, и никто голодным и недовольным не останется. Ну и по дороге в ресторан. У нас, конечно, здесь куча магазинов, ну, как бы, ну и логично, люди ходят в ресторан часто. Соответственно, по дороге можно что-нибудь еще прикупить. Ну, сами понимаете, что это сделано специально для этого. И ткани, халаты, игрушки, кожа, ну, в общем, все как обычно, турецкий ассортимент в полном масштабе. Здесь можно выйти сразу, пойти на территорию после обеда или ужина, или завтрака. Это уже как скажете. Вот прямо у нас, видите, прямо открывается сразу перед нами море. Ну все, заходим, смотрите, вот по поводу правил. Сейчас сразу все вам покажу. На входе обязательно надо надеть масочку, что мы делаем с вами. Одеваем масочку, заходим в ресторан, и в ресторане мы наблюдаем, что у нас все то же самое, ассортимент блюд, все то же самое, но... Смотрите, все у нас за стеклом стало. То есть все можно положить, но уже не своими руками, а руками повара. То есть видите, да, у нас разделяет стекло. Здесь у нас, как видите, то же самое, вот как выглядит блюдо. Вот стоит человек, который все вам положит. То есть, ну и здесь, соответственно, то же самое, сладости также. То есть вот такой формат я бы назвал его через прилавок. Также берете тарелочку, но уже не самостоятельно накладываете, а руками повара. Ну, не знаю, на мой взгляд, даже стало как-то все культурнее, проще, никакой толкотни нету. И, по-моему, это нормально. Друзья, я здесь залез на эту гору, уже, кстати, в очередной раз лажу, потому что мой дрон улетел неизвестно куда, я его ищу. Сейчас последняя запись, что он где-то здесь, но где – неизвестно. Оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн.